Мы были в поездке, дома нас не было почти 20 дней. А так как цветов у меня очень много, и как-то просить поливать их, я посчитала, что сильно будет нагрузка все-таки. Кому это надо, кроме меня? Поэтому вот нашла такой способ сохранения цветов на долгое время. Допустим, куда-то поехали в поездку, и вот чтобы они сохранились без полива. В том случае, если вот некому полить ваши цветочки. Простяло 20 дней, все, абсолютно все мои цветы бодрые, здоровые. Ни один не повял, ни один не пропал. Даже вот у меня есть колиусы, черенки. Они так вымахали сильно, что я уже их даже не узнаю. Практически взрослые растения. Вот. Видите, какие большие. Как же я их сохраняла? Сейчас объясню. Все очень-очень просто. Черенки колиусы наставила. Вот такие есть поддоны любые. У меня разные они есть. Наливайте воды туда. Обязательно условие, чтобы стаканчики и все горшочки были именно с дренажными отверстиями. Вот. В общем, наливала я практически до краев. И вот видите, спустя все время... Воды уже, конечно, нет, но земелька еще влажновата. То есть я так полагаю, что ну, еще недельку они бы у меня продержались, я так думаю. Вот. Как же большие цветы? Просто всяких разных тазиков нашла, что у меня были. Нашла деревяшки всякие разные, потому что дерево оно долго сохраняет, впитывает влагу и долго ее сохраняет. Поэтому вот тоже, видите, просто поставлены горшочки, наливала воды вот примерно так вот в тазик практически полный. И они через дренажное отверстие, они тем самым и поливались. Вот, вот даже если взять, вот они, видите, не полито 3 недели, а земля еще не сухая. Вот. Вариант также, ну, емкости мне не хватало, когда, ну, просто, видите, если отдельный горшочек взятый, пластиковая бутылка, там еще, видите, вода есть до сих пор. Очень хороший способ сохранения цветов без полива. Если, конечно, 1-2, но несколько там хотя бы десяток у меня было, я, естественно, попросила бы, но у меня их очень много, поэтому... Тут у меня бывает, больше часа занимает один полив, потому что какие-то нужно просмотреть, какие-то поливать, какие-то пока еще не нужно. Сортировать же никто не будет, поэтому вот такой вот отличный, я считаю, способ поливки цветов, как бы они сами по себе поливаются. Ну, естественно, с условием, что в каждом горшочке будет дренажное отверстие.